Серия шелкографий Энди Уорхола «Вымирающие виды» была создана королем поп-арта в 1983 году по просьбе его друзей, защитников диких животных, Рональда и Фрейды Фельдман. Эта серия включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры-греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки. С вымирающими видами связана одна из самых нашумевших краж 21 века. В 2015 году в Лос-Анджелесе три работы этой серии Уорхола были похищены злоумышленниками. Интересно, что цикл имеет еще одно название – «Животные в гриме», отражающее способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем. Глубокие яркие цвета и их неожиданные сочетания, а также крупный формат привлекают внимание зрителей к проблеме опасности, которая грозит изображенным животным. Помимо этого, портреты невероятно красивы. В них ясно виден стиль зрелого Уорхола, звезды поп-арта первой величины. Неудивительно, что этот цикл имел большой успех на всех выставках еще при жизни автора и стал одним из самых известных и дорогих в творческом наследии Энди Уорхола.